Перед вами уникальные исторические кадры. На видео 1943 год. В театре оперы и балета выступает знаменитая Куляш Байсеитова. Она была известной советской оперной певицей. В годы Второй мировой войны она не только выступала в Алма-Ате, но и на фронте для солдат. В 1936 году она получила звание народной артистки СССР. Давайте же послушаем ее живое пение.